Новый филиал, переразмеркование потоку пациентов помеж некоторыми поликлиниками Могилева, открытие фельдшерско-акушерских пунктов у новых микрорайонах, областным центром идет оптимизация системы першесной медицинской допомоги. Чи станут поликлиники ближе до народа, высветляла Катерина Городницкая. Ближе до своих пациентов у самым прямым сенсе станет поликлиника номер 5 Могилева. Ее филиал плануется открыть по адресу Маучанского, 45. Тут будет предугледжены амбулаторный прием не только для дорослого населения, але и для детей. Зараз помешкание капитально ремонтуют. Будет установлен современный аппарат ЭКГ для снятия электрокардиограммы и проведения дальнейшего телемедицинского консультирования. Для оказание помощи педиатрическому населению открывается два кабинета педиатрического приема, кабинет здорового ребенка. Пятая поликлиника Могилева обслуговывает больше за 40 тысяч жихаров. Участок великий. Кирова, Маучанского, Фатина, Димитрова, Витебский проспект, Луполова и несколько населенных пунктов поблизу города. Сделать какие-то анализы будут, так может кардиограммку снять. Вот. Ну и даже вот обычный рецепт выписать, конечно, будет удобней. Особенно, я думаю, для пожилых людей, которым и трудно до поликлиники добраться, расстояние. Вот Фатина у нас там тоже как-то людям нужно добираться даже двумя транспортами. У планах организовать выезды у филиал вузких специалистов, у невролога, эндокринолога, хирурга, ортопеда. Это повинно повысить доступность медицинской допомоги. Стандарты – это на одного врача участкового терапевта 1700 жителей, на одного врача-педиатра 800 детей, поэтому на одного врача общей практики 1300 жителей. Про ответственность стандартам першесной медопомоги в новых микрорайонах так само думают, говорят у облвыканкаме. Зараз разглядается вариант, коли частка жихаров микрорайона Юбилейный будут обслуговываться у центральной поликлиницы, а частка с подорожника и Казимировки у третьей поликлиницы Могилева. Катерина Городницкая, Василий Лосянков, новины регион.